네바군레 gunlen namdolshin, yönden 겐바보 genpa bu, semjen kunge nyen chikbu, tamche kenla gunjan tsil. Omen chage nyen ge podanen, dusum thongmar dhambi che nyam sulemi gogab chungwa ti <tries> shindu <tries> <tries> ne Демпикони, Лунг Ки Чё Ди, Ни Чунг Данг, Чан Чу Ки Син, Ки Пожалуйста, пройдите превосходнейшую чистую мотивацию, мотивацию отречения и настроя пробуждения думая, что вы не просто занимаетесь некой учебой, вы взаимодействуете с Адхармой Писаний посредством получения учения и размышления над их смыслом. А кроме того, уделите мгновение тому, чтобы подумать, насколько нам повезло обладать этой драгоценной возможностью вместе получать эти драгоценные учения. A su lam gi rinpe nangni, tini lam toji ki shirap ki kola shubi kabre, den В рамках предшествующей сессии дхармы мы обсуждали этапы пути и дошли до второй стадии, которая связана с развитием мудрости или наших прозрений. В рамках этого обсуждения мы затронули тему трех видов прозрения. Мы начали обсуждать, в частности, третий вид прозрения или мудрости, мудрость, проистекающая из практики медитации. Именно на этом мы и остановились в прошлый раз. Дени Касан цавэнна ла гумджунг вегги нелу джишин са сунята. Ам гумджунг ки шербди нтебас миёбэнани нелу джишин мисаль гыки тни

Давайте снова посмотрим на нашу страфу в молитве благоустремления Махамудры, которую мы обсуждаем. Это пятая страфа, в рамках которой мы дошли до третьей строки. Свет рожденной медитации озаряет естественное состояние в точности так, как есть. Эта строка объясняет нам среди трех видов завес. Мудрость рожденная медитации рассеивает завесу или помраченность невидения естественного состояния ясным образом, в точности так, как есть. Эта завеса рассеивается или устраняется, когда мы обретаем мудрость, рожденную медитацией. Здесь содержатся два слова, которые важно обсудить. Это слово, которое переведено как медитация гом по тибетски, и слово «естествен...» понятие естественное состояние. В рамках предыдущей сессии я уже начал обсуждать, объяснять смысл первого из этих двух понятий, понятия медитации. Маранцу, намбасанги, беги,

yāng dākwāti 아니 툴발라 곰발라 tūlbāla gōmbāla tēne dōngā chūmbarēs nī lūk ngō māshē pēt nē kāp tāng tēla tēne jōngshā pēke ta wanaa nyanginla deeba saye dee ghariraysa naa dinee ten dee ki thulwa dhin dhokwar cheeba dee laa thap shimba meba tang thap jibu di ghariraysa naa niluk saye dee gharayinba yāng 곰니 곰바디 gōm nē, gōmbāti, gōmbāti lā lāṋ sēkyuwarī lā, chūy sēkyuwarī lā āni, gōmbāti tārcīnyu ndu, dūngā dāṋ dūngē kī, trūpa dāṋ, trūbī kūdāṋ chēpa lē Tani <tweak> 아 shepa tang ma shepa, yang dhagpa la gomba tang tulpa la gombi nyi kina ngla, nangpa sanje peki chidangita, shize ke kruwa tang nyangde tul tang ma tul sem tang i shize ke chasang эти два понятия медитация и естественное состояние по-настоящему включают в себя все буддийское понимание сансары и нирваны общий смысл того что собой представляет циклическое существование и смысл того как за пределы сансары выйти смысл страданий и всего, что с ними связано, можно включить в эти два понятия. Медитация и естественное состояние. Если поразмыслить над сансарой и над циклическим суще... или над циклическим существованием, мы можем описать сансару как состояние помраченности или страданий. А с буддийской точки зрения мы... В связи с этим ставим вопрос, откуда это страдание приходит, почему, оно, почему возникает эта помраченность или это замешательство. Иными словами, каков источник сансары? В ответ мы скажем, что все страдания, вся помраченность проистекают из того, что мы, возникает в силу того, что мы не воспринимаем естественное состояние так, как есть, не видим подлинную природу реальности так, как есть, в силу чего мы приучаем себя к помраченности. Здесь это приучение, это также перевод того же самого слова «гом» или «медитация». Иными словами, мы, так сказать, медитируем на заблуждениях, на помраченности. В сансаре это регулярно происходит. То есть мы приучаем себя к этому состоянию помраченности и заблуждений просто в силу того, что не видим истинную природу так, как есть. И именно... Из этого источника возникает наша помраченность, возникают наши страдания. И вот перед нами сансара. Наилучший способ освободить себя от этой помраченности и от этих заблуждений, от этих страданий, состоит в том, чтобы распознать естественное состояние в точности, как есть, безошибочно, подлинным образом распознать подлинную природу реальности в точности так, как есть. Это на самом деле единственный метод, единственный метод, который на постоянной основе освободит нас от помраченности и страданий сансары. А свобода от страданий известна как Нирвана. Таким образом, вы видите, что в данном случае мы также медитируем или приучаем себя к чему-то, но здесь мы говорим о безошибочном распознавании подлинной природы реальности и о том, чтобы приучать себя к этому состоянию непомраченности, к подлинной реальности, к истине. Подобное приучение также известно как дхарма, оно также известно как путь. И это также все обозначается тем же самым словом ⁇ Гом ⁇ приучение или медитация. Иными словами, мы доводим до совершенства свою практику медитацию, свою практику приучения к безошибочной природе реальности. Благодаря этой практике мы навсегда освободимся от причин страданий и самих страданий. Здесь, в этой строке, мы увидели два слова – медитация и естественное состояние. И как мы видим, оба они играют очень важную роль в нашем положении, как когда мы пребываем в ловушке сансары, так когда мы достигаем свободы от страданий, то есть достигаем состояния нирваны. В сансаре мы не обладаем распознаванием естественного состояния, и посему приучаем себя, или медитируем на, приучаем себя к заблуждениям. В случае же с нирваной мы распознаем безошибочно естественное состояние, медитируем на него, приучаем себя к нему. Таким образом, мы видим сансара и нирвана. Все, что с ними связано, зависит от распознавания или отсутствия распознавания естественного состояния. В одном случае мы говорим о помрач... заблуждении, в другом — о свободе от заблуждений. В одном случае мы говорим о концептуальном уме, в другом случае об изначальной пробужденности или изначальной мудрости. Таким образом, все на буддийском пути без исключения можно включить в эти два понятия ⁇ естественное состояние и медитация или приучение.

представляет собой волшебное отображение. Волшебное отображение, и все, зависит, и все зависит от того, обладаем ли мы распознаванием подлинной природы или нет. Разница между обычным живым существом и Буддой как раз в отсутствии или, отсутствии или присутствии распознавания или введения. В этом состоит подлинное различие между сансарой и нирваной. И нам не следует думать, что живые существа, сансара, представляют собой нечто очень далекое от Будды и Нирваны. Что мы говорим о двух каких-то противоположных сторонах некого спектра. С точки зрения естественного состояния, эта разделительная черта на самом деле э, очень узкая. Это очень узкая разделительная черта между состоянием обычного живого существа в сансаре и состоянием Будды в Нирване. И эта разделительная черта как раз состоит в наличии или отсутствии распознавания естественного состояния. mi xiebi chach yungu 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 dilakari sik yungu 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 kunchungu yungu 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 mi xieba tang mi xiebi gyumzin du chini ngaranzula surwa midiwa mangpochiki yungu 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 chir surwa

Мы также можем увидеть, что эти два понятия естественное состояние и медитация или приучение, ознакомление, распознавание, играют жизненно важную роль в четырех благородных истинах в учениях о четырех истинах Арьев. Эти учения включают в себя на самом деле как все причины, так и все следствия, относящиеся и к сансаре, и к освобождению, то есть нашему подлинному счастью. Если мы рассмотрим связь между четырьмя благородными истинами, их связь, связь, а также связь между естественным состоянием и медитацией, Связь окажется такой. При отсутствии распознавания естественного состояния, когда мы не медитируем на естественном состоянии, не приучаем, не приучаем себя к нему, мы сталкиваемся с... Это не распознавание, не приучение становится причиной страданий. В силу того, что нам недостает распознавания, приучения применительно к, при... к естественному состоянию, мы переживаем множество затруднительных умственных состояний и мыслей, проблематичных эмоций и мыслей. Это и есть наше страдание, в особенности наша умственная неудовлетворенность, внутреннее недовольство, неудовлетворенность, которая в нас проявляется, таково следствие, причин страданий. То есть это сама истина страданий. Мы сталкиваемся с истинной страданием, потому что не распознаем естественное состояние. Тем не менее, если мы будем в результате медитации и приучения распознавать естественное состояние, это распознавание станет истинной пути. А на основе того, что мы приучаем себя к естественному состоянию, эта неудовлетворенность, помраченность, страдания распадутся, и мы обретем в результате плод. Свободы. Свободу как плод. И это и истинное прекращение. Таким образом, мы видим все четыре истины. Истину причин страдания, истину страдания, истину пути, истину прекращения. Мы видим, что опять-таки во всех четырех истинах мы снова сталкиваемся с темой естественного состояния и распознавания или отсутствия распознавания. Таким образом, именно так эти два термина, естественное состояние и играют очень важную роль.

По-настоящему думаю, что эти соображения всем нам по-настоящему помогут. Нам всем будет очень полезно понять все ключевые пункты буддийской практики, все сущностные пункты буддийской практики. Нам важно будет понять, что все эти сущностные пункты включены в идею медитации на естественном состоянии.

Буддийская медитация включает в себя множество различных категорий. Мы можем говорить о медитации в более обобщенном ключе, мы можем давать более определенные формулировки. Но в данном случае мы говорим о медитации как о процессе, которая соотносится с третьим видом прозрения. В данном случае мы беседуем о мудрости, которая рождена практикой медитации. И здесь, в этом контексте, медитация по-настоящему связана с предыдущими двумя процессами, с процессами размышления и учебы. Как же в этом контексте тогда понять саму медитацию? Сначала мы изучаем или осваиваем учения, затем мы размышляем над их смыслом. И в результате на основе слушания учений, размышлений над ними, то есть интеграции учения со своим собственным существом, мы приходим к определенности мы достигаем состояния определенности или уверенности применительно к различным положениям дхармы. И теперь, на этом третьем этапе, который связан с процессом медитации, медитация подразумевает, что мы используем определенность, обретенную благодаря предшествующим процессам учебы и размышления, и покоимся своим умом в этом медитативном погружении в подобную уверенность, в подобную определенность. Мы поддерживаем непрерывность этой определенности, поддерживаем по-настоящему мощную непрерывность и устойчивость этой уверенности. Именно это мы в данном случае и называем медитацией. Поддержание непрерывности или... Состояние, в котором мы покоимся в подобной определенности. Разумеется, говоря обобщенно, я в рамках предыдущей сессии об этом уже рассказывал. В целом, медитация это очень обширное понятие, которое можно мы можем интерпретировать различными способами. Однако все по-настоящему в этом процессе сводится к уму, как я уже упоминал. Медитация это просто. Один из способов описания нашей работы над нашим собственным умом. Мы приучаем свой ум к различным положениям, различным пунктам, которые в конечном итоге приведут к расцвету всех наших прекрасных качеств. А сотруднительные или проблемные состояния нашего ума ослабнут. Таким образом, все связано с умом, который... С одной стороны раскрывает свои благие качества, а с другой стороны устраняет свои неблагие качества. Этот процесс мы можем называть медитацией, а для того, чтобы прийти к подобному результату, мы применяем различные техники, различные инструменты, различные аспекты своего существа. Все это мы применяем для того, чтобы усиливать определенные качества своего ума. Мы можем использовать свое дыхание, свои чувства, свои эмоции, можем медитировать на мыслях можем медитировать, используя свое физическое тело, его энергетические каналы или нади и так далее. Это все я уже упомянул в рамках предшествующей сессии, когда сказал, что на буддийском пути мы можем применять множество различных инструментов, инструментов, связанных с умом и работой над умом. Мы погрузимся более глубоко, мы погрузимся более глубоко в смысл практики медитации позже, потому что позже дойдем до другого этапа пути, другого пункта пути, в рамках которого мы будем обсуждать воззрение, медитацию, поведение. В данном случае я просто объясняю сам термин, но более глубокие его аспекты, более глубокие аспекты его смысла мы обсудим в рамках других сессий. Да,

Этот термин «гом» или «медитация», поскольку он содержит множество различных аспектов, различ, различных категорий, нам сложно добиться какой-то ясности относительно того, что же под этим термином подразумевается в каждом конкретном случае. Так что это такой немного размытый термин, да, «медитация». В буддизме мы также используем другой термин, которым заменяем иногда понятие «гом» или «медитация». Этот термин — тренировка ума, лоджонг. В реальности медитация – это и есть тренировка ума. Однако, когда мы используем понятие «тренировка ума», оно в некотором смысле сразу позволяет нам обрести чуть большую ясность, яснее понять, о чем же идет речь. Речь идет о преобразовании нашего ума, об очищении нашего ума, об очищении проблемных сторон и наш, аспектов нашего ума с тем, чтобы наш ум мог расцвести и обратиться в нечто прекрасное и полное благотворных качеств. Когда мы слышим само слово сочетание тренировка ума, мы сразу понимаем, о чем же идет речь, каков же оттенок этой практики. khala sogo rava chi nyuba chungpo dhago chi gyore gom segre, gom nyamlin segre kapkap laya nyamlin segre, ta ti nana kheba dhawati chi tana gom sidhiv dzogwa dhita sem rangi dzogwa ki chi shigwa rava nyamlin sidhiv dha lu, Кроме того, существует и еще один термин, который мы также часто используем в связке с понятием медитации. Это понятие практика. Иногда мы просто говорим, пойду попрактикую. Сейчас я попрактикую, то есть помедитирую. И иногда мы говорим, я буду практиковать медитацию. Но что это за слово такое, практиковать? В тибетском это понятие обладает мощным смыслом, потому что в буквальном смысле слово «нямлен» на тибетском означает «привнесение в опыт». Вы привносите нечто в сферу своего собственного опыта. Слово «практика» в английском и русском языках может не содержать этого оттенка. Но «ням лен» при внесении в сферу личного опыта четко передает смысл, о котором и здесь идет речь. То есть в реальности между понятиями «медитация» и «практика» есть определенные различия. Медитация подразумевает работу с нашим умом. Мы садимся и работаем над своим собственным умом. Это медитация. Когда мы говорим Практика, когда мы говорим ⁇ я буду практиковать ⁇ мы также подразумеваем различные практики или техники, которые мы осуществляем посредством своего физического тела или своей речи, равно как и ума. Таким образом, практика ⁇ это более обширное понятие, смысл этого термина более обширный, чем uh, понятие медитации. Но часто эти два термина идут в связки, мы говорим ⁇ буду практиковать, буду практиковать медитацию ⁇ так что в некотором смысле во всем это можно запутаться. Тем не менее, помните, что в конечном итоге эти понятия сходятся в одной точке. Практика, разумеется, в конечном итоге также связана именно с преобразованием нашего ума. Она именно к этой цели обращена в точности так же, как и медитация. Но

스 뜯어 보래. 뜯어 봐요. 냠슬련 봤어요. 띠스에 맛도 봐요. 아니, 셰바탕. 하고 봤어. 라바마도. 냠슬련 봤어요. 띠 способ понять этот термин, термин практика Мы обычно переводим это понятие как «практика», но буквально этот термин «ямсулен» признает «привнесение в опыт». Смысл этого термина весьма прямолинейный. Мы что-то привносим в сферу своего личного опыта. Что же происходит, когда мы этот термин упоминаем? Речь идет не просто о том, что мы поняли, о том, что мы изучили, о том, что мы знаем. Все эти вещи мы бы не в тибетском языке не описывали в категориях нашего опыта или привнесения чего-то в опыт. Все, что мы перечислили, это просто разные виды интеллектуального понимания, интеллектуальных познаний. Однако, когда мы обрели эти, интеллект, эти интеллектуальные познания и начинаем привносить их в собственное существо, начинаем на опыте переживать тот или иной пункт, связанный с дхармой, вот тогда мы и можем сказать, я привношу эту тему или этот пункт в, свой, в сферу своего собственного опыта. То есть только в таких обстоятельствах мы можем сказать, что мы что-то практикуем. Однако ли если речь идет просто о каком-то интеллектуальном понимании, о каких-то плодах учебы или изучения, это еще не практика, потому что все эти виды понимания пока не являются опытными. lopchong chang xie bha rite inayang su su la su su mi se dang tsue we kikang la mi takwa de lepi yongdi ani gharijini lepa inam mithaakpa nyamlin machi pare taa su suyu ki mithaakpa ko 있나 jang sanje kiya keraan nangba ina duje ina tamche mithaakpa inba di kee lengku kere se di sungdu di reyang redu samlumangbo tang, tang sati taa su suyu ki mi seki kaan

Мы изучали тему непостоянства, мы знакомились с ней, мы читали о ней, и теперь мы получили некие познания. На самом деле обрели некое понимание. Мы поняли, все вещи непостоянны, все обус обусловленные вещи непостоянны. Что ж, именно так и говорил Будда. Однако, когда это непостоянство внезапно затрагивает нашу собственную жизнь, когда оно внезапно касается нас лично, мы все равно задаемся вопросом, почему именно со мной это произошло, да за что это именно мне, кто в этом виноват? У нас возникают такого рода вопросы, хотя, казалось бы, мы все поняли. Это признак того, что мы не практиковали применительно к непостоянству, то есть мы не привнесли тему непостоянства в сферу своего опыта, мы не применяли практику или неамлен применительно к этой теме. С другой стороны, если мы слышали, что все, явления, что все обусловленные явления непостоянны, мы освоили эту мысль, мы размышляли над ней, и мы впитали эту тему сердцем, если мы по-настоящему на очень глубоко личном уровне поняли эту тему и прочувствовали ее на личном опыте. Тогда, когда мы сталкиваемся с ситуациями, в которых в нашей жизни проявляется непостоянство, мы не станем жаловаться. У нас не возникнет вопросов, а почему именно со мной это случилось, или почему вообще это происходит. Мы просто поймем, что ж так уж все обстоит, почему бы и не со мной. Ведь такова природа моего обусловленного существования, моего обусловленного бытия. Разумеется, оно не постоянно. Разумеется, со мной будут случаться подобные вещи. Никаких вопросов на этот счет у нас не возникнет. И подобная реакция будет признаком того, что мы действительно практиковали применительно к непостоянству. Как и подразумевает сам термин, неамлен, мы можем сказать, что мы практиковали непостоянство или привнесли непостоянство в своего собственного опыта, получив соответствующий опыт. 고아도부터 아 고대오제나 스스 대중기 실업기 셰샤베기 셰자저로바 디 라렌터와티라 카리세기오레스네 냠네스니 고아직디양여 говоря, в целом это понятие практика подразумевает, что все сводится к необходимости интегрировать, на опыте пережить те познания, которые мы обрели благодаря изучению дхармы, благодаря первому виду мудрости. И вы помните этот первый вид? Это мудрость, проистекающая из учебы,

Мы можем сказать, что практика или привнесение в сферу опыта подразумевает, что мы используем те познания, которые прежде обрели. Мы применяем их в своей собственной жизни. Вот может быть удачная формулировка. Предположим, мы... Мы, мы начинаем, мы ведем некую войну. Так вот, просто пример такой от Балды. Мы начинаем некую войну, и э, генералам армии, этой, э, генералам армии, который ведет этой войны, нужно изучать различные э, маневры, которые они собираются применять, различные э, построения и так далее. И вот... Освоение всех этих разных стратегий, приобретение разных видов вооружения, все это одна часть процесса в целом. Но когда эти генералы при, приезжают на поле боя и сразу забывают все, что они там изучали в своем штабе, забывают про все виды оружия, все схемы, все планы, все они сразу забывают. Получается, что полученные позвания, познания были растрачены впустую. Они не применили то. Чему учились? В данном же случае практика подразумевает, что все ровно наоборот. Мы должны применить в реальной жизни, так сказать, на собственном поле боя, мы должны применить стратегии, которые мы осваивали, различные инструменты, которые мы приобрели прежде. Это и называется практикой. Привнесением в сферу личного опыта.

зоны вооруженных действий, а процесс борьбы с нашими собственными омрачениями. Именно в этой борьбе нам нужно применить стратегии, которые мы освоили. Например, когда мы начинаем испытывать гнев, в то же самое мгновение нам нужно заменить этот гнев состраданием, превратить этот гнев в сострадание, используя практику сострадания. Когда мы замечаем, что нас охватила жадность, алчность, неспособность чем-то поделиться с другими, мы снова применяем стратегии, которые осваивали заранее, и вместо того практикуем щедрость, упражняемся в щедрости. Когда мы замечаем, что мы ощущаем мощное цепляние за мысли о том, что кто-то к нам близок, о том, что кто-то от нас далек, то есть сильно цепляемся за привязанность к друзьям, за отторжение по отношению к объектам неприязни, все это мы заменяем Пониманием непостоянства. И здесь я обсудил, уточнил этот вопрос, он пояснил. Разумеется, мы очень цепляемся за своих близких, испытываем огромную неприязнь к тем, кто нам не нравится. И все это проистекает из того, что мы не понимаем на самом деле непостоянство. Ведь мы считаем, что наши так называемые враги всегда будут нашими врагами. Мы по умолчанию еще считаем, считаем, мы умолча... считаем само собой разумеющимся, что наши враги всегда останутся, всегда останутся нашими врагами. И опять-таки в силу непонимания, непостоянства считаем, что друг всегда останется для нас другом. Именно из подобного недопонимания пристекает наша привязанность, а практика, в которой мы пытаемся постичь непостоянство, сможет рассеять эти жесткие формы цепляния, связанные с привязанностью и отторжением. इससे निप कबला इट्स अेरी यूजलेश इफ यू डोट यूज इट कह फेन तो मारवा सहू ने फेन तो मारे थून में फेन तो मारे गुन फु मे अच्छा पफ्ता बीच पा ले

Будда приводил прекрасную метафору, которая иллюстрирует эту нашу неспособность применить дхарму на практике, нашу неспособность практиковать дхарму иными словами, по-настоящему применять харму в нашей жизни, что случается со многими из нас, когда мы просто учимся и размышляем над учением, но на этом останавливаемся, не применяя по-настоящему харму в своей собственной жизни. Метафора, которую приводил сам Будда, такова. Мы подобны человеку, который находится в реке, в реке, плывет, плывет, плывет начинает ощущать жажду и умирает от жажды.

dini khunki sācāṋche gomnyamlinche 초산이 sāṋgyabhāraye siddhi ta di ngānsu namthar di ngā rānsu gōde rāvā ta ngā yāng kisi tamā gārī chābhāraye siddhi buddhā chābhāraye siddhi rāvā ta ngā rā yāng buddhā chābhāraye na ta siddhartha ki khande chayadu di nāshīn jingi lemu

Ṭhāna dhū lōk, Ṭhāna āñācī ṣiṋsā maśyū nirāvā, nāṁsā nāṁ tāṁ tāṁ Ṭhāni, tāt Ṭōgō tī sāṁ lō tāṁ tāṁ tī kāntē tāṁ ki dhū Ṭhāni, tī Ṭhū lā, līṭṭu chī kūhōr, tā khu chū nāśiṋ chā khu kūdō nā, Ṭhāni, tī Описать этот термин практика, объяснить этот термин практика иным способом. Мы можем еще одним способом использовать учение в своей собственной жизни. Это наставление... В этом случае речь идет о наставлениях, которые передаются от учителя к ученику. То есть не о каких-то обобщенных наставлениях, а именно о сущностных наставлениях, передаваемых от мастера к последователю. Практика подразумевает подражание. В этом случае практика подразумевает подражание. Мы подражаем существам, которым мы хотим уподобиться. Если мы рассматриваем в качестве своего проводника, в качестве того, кто нас направляет, в качестве того, кому мы хотим уподобиться Будду, нам нужно задаться вопросом, что ж, как же Будда провел свою жизнь? Он родился в Лумвине, покинул царский дворец, принял постриг, практиковал дхарму, в конечном итоге достиг полного пробуждения. И таким образом, если мы также хотим освободиться от страданий и достичь полного пробуждения, нам нужно рассмотреть вопрос о том, как же к полному пробуждению пришел Будда. А затем нам нужно подражать этому процессу, то есть по-настоящему постараться уподобиться Будде с точки зрения того, что мы говорим, того, что мы делаем, с точки зрения того, как мы себя ведем. Может быть, нам сложно было бы уподобиться Будде, но здесь, в контексте учения Махамудры, мы, например, мы исследуем, возможно, линии Марпы. И в этом случае нам, нам нужно рассмотреть вопрос о том, как жил Марпа, как свою жизнь прожил Марпа. И под этим мы подразумеваем именно повседневную жизнь, как он, чем он питался, как он питался, как он одевался, как он беседовал с другими людьми, как он себя вел, в особенности... Как он, как он взаимодействовал с затруднениями, с проблемами. То есть, какой была повседневная жизнь того человека, которому мы хотим уподобиться. Поняв это, мы можем начать такому человеку подражать с точки зрения одежды, которую носит, его манеры говорить, его настроя в повседневной жизни. Это очень мощная практика, которая относится к традиции сущностных наставлений.

Tini dhulo dhinsu Dorje Sambhegen dhulo nashin kuyo, dhe shinsa maa shwinar waa. Ani Dorje Sambha ge kandit chee gerayas, di nashin chee, Dorje Sambha trotan, Dorje Sambha ge shiudan dhinsu chee. Ani nga rangi kor dhinsu shasaya, nye 막 접속 체계도 봐. 시라 김녀가 전부 지금은 지금이 그래. 괜히 딱 맞고 거 되고 Think like Buddha, act like Buddha said. 이 소리 하고 따라. 이냠대의 это практика подражания. практика как, подражание, с помощью которого мы соотносим себя с кем-то иным, может... Ее можно найти как в сутрической, так и в тантрической традиции. Но, разумеется, особый упор на ней делается именно на пути тайной мантры, то есть в учениях ваджраяны, а не в сутрическом контексте. Ведь что происходит в практике тантры? Мы по-настоящему имитируем просветленных существ. В некотором смысле мы думаем, что бы на мне сейчас не было надето, это не обычная одежда, это одеяние ваджрасатвы. Как я сейчас сижу? Я сижу в точности так же, как ваджрасатва, в той же самой позе. Мои друзья, это не просто обычные существа, это свита ваджрасатвы мое питание подобно тому, как ест ваджрасатва и так далее. То есть мы тренируемся таким образом в повседневной жизни. Нельзя сказать, что мы притворяемся, но мы как бы имитируем на уровне своего ума великих просветленных существ, таких как ваджрасатва. Мы имитируем их манеру мышления, их манеру действия. Нам следует мыслить как Будда и поступать как Будды, думать, что мы и есть на самом деле Будды. В очень значительной степени именно таковы наставления в колеснице тайной мантры. Именно поэтому мы называем колесницу тайной Мантрояны колесницей плода. Почему? Потому что мы используем плод как путь. Пока мы все еще на пути, мы не думаем, путь станет причиной для того, чтобы когда-то в будущем я обрел плод или результат. Так дело обстояло бы в колеснице причины. Нет, в колеснице плода мы используем плод на пути. Мы думаем, что этот плод уже реализован прямо сейчас. И такова одна из причин, в силу которой

Ti ti ane kadu dhari ki chigyo re suna, taa Gyur lama lob chon chani dhari ki chigyo re. Deshek nyingbu, se ye di yimba son zang kerang dhorje semba re lamna, Kerang la permission ye re. Kuzi kerang la deshek nyingbu di mena, ane kerang dhorje semba inla yadu dzuma chagro wa. Taa di confident di yonhe ki Почему я беседую почему я веду речь о тантрической колеснице, почему я затрагиваю вопрос учений тайны мантраяны? Потому что здесь в рамках этой сессии дхармы мы рассматриваем Утра тантрашастру или трактат который называется на тибетском гиулама и сам этот текст текст а, утра тантры в очень значительной степени представляет собой основу, которая поможет нам в опр... успешной практике тайной мантрояны. Иными словами, просто рассматривая основную тему трактата гиулама по настоящему поняв, что мне присуща природа Будды, всем существам присуща природа Будды, мы в конечном смысл в конечном итоге Действительно, сможем ос... Для... нам будет совершенно логично практиковать, так как я только что описал, применительно к тантре, нам будет совершенно логично притворяться в повседневной жизни, э, имитировать Ваджирасатву. То есть мы таким образом будем рассматривать природу Будды, а сама эта тема позволит нам имитировать Ваджирасатву или быть Ваджирасатвой в повседневной жизни. В противном случае, без подобного понимания природы Будды, ваша... Практика тантры будет просто притворством или чем-то ложным, будете думать, да, я ваджрасатва, это одеяние ваджрасатва и так далее, но ни на какой реальности все это не было бы основано. Тем не менее, на самом деле, подобные практики основаны на реальности. Но как мы приходим к пониманию этого вопроса? Благодаря тому, что мы изучаем трак такие трактаты, как Гилама, изучаем утра, тантру, шастру. И благодаря этому мы... Обретаем уверенность. Я действительно обладаю природой Ваджасатвы, откуда я это знаю? Потому что я по-настоящему понял или поняла э, тему природы-Будды. Таким образом, Утра-Тантра-Шастра это чрезвычайно важный текст, который образует мост между сутрой и тантрой. Э, многие существа также говорят, многие великие учителя также говорили, что Утра-Тантра на самом деле относится к тантрической колеснице. Это э, трактат, который разъясняет воззрение тантры, а не воззрение сутры. tā yaa ngā zu tā jidāng cī khurāng pēcī tāng bā yaa naa kērīm kōm sēkir wā tā tī kō tē wā chī naa lēmo jēs lāma pēcī tī kī mē tu ina yaa tī cī kī tī gyūr yōng tī yaa tī zū jī su laa chī su su maa imba laa imba tā wā jē pā chī kī laa cī kī kū kū tu wā ngā kō kī lēmo jēs sū tī

Эта практика, эта практика имитации также, очень, также широко известна под названием стадии зарождения. В практике стадии зарождения мы медитируем на божествах и так далее. Но почему я использую понятие имитировать? Здесь нам важно его правильным образом понять. Ведь мы могли бы прийти к неправильному пониманию. Имитация, если обдумать само понятие, подразумевать, что мы подраж... под... подражаем другому существу. Я не ваджрасатва, но я буду действовать подобно ему. Имитация подразумевает, да, я не ваджрасатва, но я буду действовать, как если бы я им был. Если мы будем размышлять подобным образом, мы на самом деле можем прийти к весьма некорректному пониманию. Как же следует понимать имитацию в данном случае правильно? Как же нам в данном случае следует правильно подразумевать, стало быть, само понятие «практика»? Прямо сейчас, я не расп... пока я не распознал тот факт, что я уже просветленное существо, что я уже ваджрасатва, поскольку я пока не обладаю тем распознаванием, я стану использовать определенные искусственные средства, которые позволят мне, позволят мне обрести распознавание того, что я ваджрасатва. Вот как следует здесь подразумевать э, имитацию не нужно думать. Я в никогда не был, но буду ему подражать, и, может, все сработает. Все это к чему-то приведет. Нет, это совершенно неправильное понимание. В данном случае мы работаем с истинной природой, с тем, каким все уже является. Мы уже действительно в Проблема в том, что мы этого не распознали. И потому здесь имитация представляет собой чрезвычайно искусственные средства, которые позволят нам распознать то, что уже реально. А мы ничего при этом не выдумываем. tātini chidhāṋ ngā su tu mōng tōki kāpsula tini dī lema chēsi ādiyāṋ ngā rānsu sōsō tsōwa la tōsō chāiwa āyana tēntēli dī nīpaṋ lamsā āgūgurē nīpaṋ chimba kāsua yabati pēnā tā pēshirā gōt dewa lēlā wāchīna tā pēnā ngā rāng kāma nīgirīngi ngā ngā sāngkē tene sanje ki tsula tsik ngenpa jilamna pa tsik ngenpa lagi marwa ti ndi ta nganzu kama nye ki chedula nga sanje kante ta ngarang kisi sanje ina nga kante kante chesare sinido si uzu jami ndesha kwa ina kama nye ringa ta simne shide shivu jirta lungla naya ta digi marwa kaya sanje lungla nga marwa ta nganzu inzi kala maso nga kisi kirang ki

мы очень ясно видим, каким именно образом... Мы очень ясно видим, что эта практика подражения необычайно мощна. Предположим, вы решить, решаете, я буду две минуты упражняться в этой практике подражания. Я буду действовать как Будда, я буду имитировать Будду. Две минуты. Я буду сидеть таким вот образом, думая, я медитирую, я Будда, я Действую как Будда. Что ж, как, каков же Будда? Будда это тот, кто ни в каких обстоятельствах бы не рассердился, ни в каких обстоятельствах не подался бы привязанности, не ощутил бы раздражения, не отвечал бы ударом на удар. То есть, две минуты, если мы по-настоящему вживаемся в эту роль Будды, подобно хорошему актеру, если мы по-настоящему проживаем эту роль изнутри если мы действительно чувствуем да я Будда и действуем как Будда на протяжении этих двух минут на протяжении этих двух минут наш ум будет чистым чрезвычайно привольным свободным от гнева свободным от привязанности ведь мы действительно Будда и поэтому наш ум будет открытым обширным так если бы мы играли некую роль как по-настоящему хороший актер. Вы играете некого персонажа в такой степени, что сживаетесь с этим персонажем, так и случается с хорошими актерами. В случае с актером не очень искусственным, вы будете видеть. Вот актер, а вот персонаж, которого он играет. Но хороший актер по-настоящему сживается со своим персонажем, по-настоящему в него обращается. То же самое требуется и от нас в этом процессе имитации, например, Будды. Мы становимся этим персонажем, мы сливаемся с этим персонажем и посему действуем, мыслим, говорим как этот персонаж, то есть Будда. Таким образом, наш ум становится умом Будды, мы свободны от гнева, привязанности, тревожащих состояний. И пока мы продолжаем выполнять эту практику, именно так и будет происходить. Если мы выполняем практики медитации упражняемся в каких-то ритуалах, и там 5, 10, 15 минут примеряем на себя роль, например, ваджрасатвы или Будды на протяжении этой ритуальной практики до ее завершения, мы остаемся этим существом. Так что наш ум подобен уму этого существа. Он открыт, чист, глубоко умиротворен, пребывает в глубоко умиротворенном состоянии. Это по-настоящему изумительная практика, в чем вы и сами можете убедиться. taa ten te nyamlin chi yung tui kali khasho chidhikara resena nga dhochi sembai sami yung tui o mare mare nga taa nga ii sami yung semba chlebi yung tuwa taa di kante resena pesha na kerang unne ekto yaku yina taa thap ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱠᱷᱮᱨᱟᱝ ᱥᱩᱭᱤᱱᱥᱮ ᱫᱤ ᱰᱮᱢᱵᱟ ᱡᱮᱜᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱯᱮᱴ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱡᱮ ᱰᱮᱢᱵᱟ ᱡᱮᱜᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱜᱮᱡᱤ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱜᱮᱡᱤ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱚ nga ᱛᱟᱛᱤ ᱜᱮᱡᱤ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟ 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 ᱛᱟᱛᱤ pēnā ngāzu gyāngāla rima jī dī gu gu yu na dāngbō tī tsāngmā yāgbō jī sō gu gu duwa, shīni rima yāgbō dī du gu rūwa canvas khwarāṅ dāngbō nī tsōnyā māngbō yōde bāni rima yāgbō kyun dī du gu ma rē tā ngāzu tam kī kirim gōm sē na ngā sē dī ngāzu lē tāng tu gu mi duwa pēnā character yāgbō, actor ma tūm na 캐릭터 siyempaa nanglaa kyunni zui maathoo baar naaxin chiini ngaan zui yaantini 나디 lemo 파 nyamlin cheebaa 아니 디 더블 캐릭터 니 듀얼 tsam shaak maathoom naa ani di double karakter nyee ki dual personality disorder chaar uruwaa Здесь содержится очень важный пункт. Самое сложное в этой практике имитации состоит в том, что стоит нам решить я ваджрасатва, как всего через несколько мгновений процесс смешивается наш обыденный ум, который говорит, нет, никакой ты не ваджрасатва. Ты — это ты, обычный ты или обычная ты. Так говорит ваш обыденный ум. И в силу происходит это в силу того, что мы не забыли себя, как забыл бы себя хороший актер. Для того, чтобы по-настоящему слиться с персонажем, нам нужно забыть самих себя, по-настоящему потеряться Потерять самих себя для того, чтобы обратиться в персонаж, который мы пытаемся сыграть. В противном случае мы не сможем полностью осуществить полную интеграцию с этим персонажем. Хорошая актерская игра не получится. То же самое в нашем случае. Я очень. Если я очень мощно цепляюсь за мысль о том, что я это я, я Тибетец, я мальчик, я монах, если у меня. Возникают в голове все эти соображения, я не смогу стать кем-то иным даже на несколько минут. Просто не будет места для того, чтобы я кем-то иным стал. Я как бы беру холст, на котором уже много всего намалевали и пытаюсь поверх того, что намалевано, нарисовать что-то еще. Нет, холст должен быть чистым для того, чтобы можно было начать работу над художественным произведением. Холст нашего ума должен быть чистым. Нам нужно. В том смысле, что нам нужно отпустить свою собственную самость для того, чтобы обратиться в кого-то еще. Именно так и работает стадия зарождения. Но наша проблема, связанная с практикой йоги и божества, или стадии зарождения, состоит в том, что мы не можем себя забыть. И потому практика медитации на самом деле не приносит плодов. Ведь мы не можем забыть о самих себе. И потому все равно пытаемся, как бы, притвориться кем-то, Ваджасатва или Будды, но все равно при этом сохраняемся мы. И получается, что у нас два персонажа, они друг с другом противоборствуют, и в итоге а, мы как бы страдаем от такого синдрома расщепленной э, личности, множественных э, субличностей, для того, чтобы по-настоящему погрузиться в новый для себя персонаж для того, чтобы по-настоящему стать Буддой или Ваджрасатвой, нам нужно потерять свою идею, свои представления о я, отпустить свои представления я, и после того мы сможем по-настоящему слиться с персонажем, то есть по-настоящему действовать как Будда или действовать как Ваджрасатва. Это необычайно важный пункт, если мы упускаем его на пути, практики стадии зарождения, практики имитации не будут успешны в нашем случае. Индивидуальный ཨ་ བེན་ ཨ་ཟི་ ᱤᱱᱥᱤᱴ ᱥᱮᱡ ᱫᱚᱣᱟᱫᱤ ᱫᱮ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞᱤᱴᱤ ᱥᱮᱡ ᱫᱚᱣᱟᱫᱤ ᱛᱤᱥ ᱤᱴ ᱵᱮᱱ ᱱᱮᱵᱟ ᱪᱩᱢᱵᱚᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱞᱟᱜ ᱫᱤᱫᱤ ᱤᱨᱮᱥ ᱡᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱟ ᱞᱮᱢᱚ ᱡᱮ ᱥᱮᱥᱤᱨ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱯᱚᱨ ᱛᱟᱫᱤ ងᱟᱱᱡᱚᱭᱟ ᱟ ᱥᱚᱡᱚᱫᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱡᱩ personaliti siyori, individualiti personaliti di ngā su kañsip shirā iyo māri, di tsik chitāng ngā su tsik shirā iyo māri. Pe nā ngā dāvās labde kāpsula dāvā chācāṅ kaṇi kōkira iyo sa kañsip shirā di māto chīki mi rē rē kīti di iyo māruwa. Lāma su di lāma chācāṅ ki ime chīki Di iyan ti sa chīk, dā chīk samrūtāna iyo kūruwa. Iñi iyan tini chīk samrūtāna

Этой практикой, заниматься, этой практикой имитации заниматься по-настоящему сложно. Многим жителям Запада она дается с трудом. И это, конечно, лишь обобщение. Но очень сильна идея индивидуализма, отдельной личности, развития, формирования личности, построения личности. И в связи с этим тогда встает вопрос, а как тогда эту личность можно потерять, как ее можно позабыть? Ведь это «я». Столько усилий в вот это все вложено. Как я могу себя теперь забыть? В, условно говоря, в нашем обществе, например, в непальской культуре, тибетской культуре, индийской культуре, в, в тибетском даже нет отдельных удачных терминов для обозначения индивидуума или личности. Нет соответствующих слов или терминов. В силу чего нам эти практики даются чуть проще. Ведь если наша личность, наше самоотождествление очень, чувство личной самости в нас идет очень мощно, нам будет сложно притворяться кем-то еще. В тех же культурах, с которыми связан я, очень сильна идея коллективизма. Конечно, можно сказать, что я монах, но это слово сразу напоминает о том, каковы монахи в целом. Оно описывает не меня как отдельного человека, а монаха в целом, принявших постриг, постриг в целом. Это очень обобщенная идея, и все монахи и не как бы часть этого понятия. То же самое со словом «лама». «Лама» — это не один какой-то конкретный «лама». Когда мы говорим ⁇ лама ⁇ мы не подразумеваем какую-то отдельную, уникальную личность одного конкретного лама. Нет, есть некий обобщенный образ того, что из себя представляют ламы, и когда мы упоминаем это слово, возникают соответствующие обобщенные ассоциации. То есть это своего в непальской, тибетской культуре возникает это обобщенное понимание, коллективное понимание коллективное представление. В то время как на Западе большой упор делается на том, чтобы быть отдельной личностью, обособленной личностью, сформировать свою собственную личность. Но в этом случае может быть сложно стереть все с холста и подражать кому-то, например, Будде. В этом смысле могут возникнуть определенные у некоторых из нас затруднения. nga nga tsu chi tsu khakarwa nga tsu chi tsu nangla chi chi nangla nga tsu chi uh, tsu stand out se di you have to fit in fit in the positive rawa stand out the negative rawa ta nipcho layi na stand out the positive rawa thwa fade in the negative rawa shiray kwa chi chi nangla nga

Общество, из которого выходцем из которого являюсь я, это общество очень старое. В этом старом обществе идея о том, чтобы как-то выделяться, в очень значительной степени рассматривается как нечто негативное. А идея о том, чтобы подстраиваться, быть как все, очень восхваляется. Так эта идея восхваляется. Если на... в то же время на Западе здорово выделяться, здорово отличаться от остальных, а вот чувствовать, что ты как все, это нечто неудачное. То есть все обстоит ровно наоборот. Может быть, дело в том, что мы как, так настолько старое общество, что с эволюционной точки зрения, так сказать, опираемся на свой рептильный мозг. Ведь если будешь выделяться, тебе будешь находиться в большей опасности, как в случае с животными. Страшно отбиться от своего стада. Безопаснее себя чувствуешь в своем стадии, И, может быть, поэтому мы используем в большей степени свой рептильный мозг и стараемся вписываться и, в коллектив. Может быть, как я и упомянул, этот наш рептильный, э, рептильный мозг не преобразился? Его...

걔랑 stand out chākua tī kārīchī nī tōrjī sāmbā ki ngā imitir chākua, ngā rāng-ngā rāng ki personality ki yēs nī sāmba tī clash chākia tu wā stand out ki sāmba tī shūka chākua chī kī chī na kērāṅ tōrjī sāmbā ki lemma jēs e tī, kē chātī khu rāng nīmba shita ya yūma rā kārī rē sā na Почему же я вообще затронул эту тему? Тему общества. Опять-таки, все это связано с нашей пред... нашей практикой имитации. В данном случае в, в тибетском, в пальском обществе мы стараемся вписываться в коллектив, и потому идея о том, чтобы подражать кому-то, окажется нам разумной. Но если я на Западе начну говорить: нужно себя забыть, нужно себя потерять, нужно подражать кому-то иному, нужно мыслить, поступать как ваджрасатва, многим людям эта идея совсем не понравится. Они скажут, почему-то я должен быть кем-то еще, не собой. Почему я должен быть ваджрасатвой? Я, я сам, я прекрасно себя чувствую свою. В этом облике, и поэтому идея о том, чтобы имитировать Ваджасатву, кажется мне странной. Нежелание вписываться, нежелание подстраиваться, желание быть собой, желание быть уникальной личностью, не быть, как все остальные, в свете этих желаний, мысль о том, чтобы притвориться Ваджрасатвой, может быть, вам не особо близка.

или с тем, как мы, можно сказать, то, как мы относимся к этой практике имитации, значительно, то, как мы обсуждаем эту практику, в очень значительной степени связано с нашей личной культурой, с той культурой, которой мы лично принадлежим. Если вы, например, большинству тибетцев, может быть, не всем, как всегда, есть... Исключение, и поэтому мы просто здесь используемся грубыми обобщениями. Если вы скажете большинство тибетцев, нужно менять свой ум, нужно его преображать, требуется преображение ума, нужно по-настоящему измениться. Большинство тибетцев скажет, да, конечно, спасибо, и сразу начнут думать, да, в общем-то, все так, мне нужно меняться, мне нужно преображаться, это совершенно логично звучит. Но человек, который является выходцем из совершенно другой культуры, услышав, тебе нужно поменяться, тебе нужно преобразить себя, свой ум, скажет, чего это вдруг, а что со мной не так? Почему мне нужно меняться? Почему мне нужно становиться кем-то еще? Почему я не могу просто быть собой? Возникнут такого рода вопросы. И именно потому я и затронул здесь тему различных культур, различных, различного культурного происхождения. Весь наше культурное происхождение будет влиять на то, как мы воспринимаем эти практики и как мы их осуществляем. Вкратце, практика имитации в значительной степени связана с отказом от жесткого цепляния на мысли о том, что я такой или эдакий. Если нам удастся отпустить потерять временно это я если мы сможем отпустить эти представления о том что я таков от представления о своей собственной личности если если мы сможем в этом преуспеть эту практику будет осуществлять просто всегда <говорит> ᱠᱚᱢᱱᱟᱢᱞᱮᱥ ᱵᱮᱡᱩᱛᱟᱝ ᱜᱩᱭᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟᱝᱜᱩᱭᱟᱨᱮᱥ 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 dāma ngā ki tsayi tawa ta ngā lā sōpa tāng jāni āni samatāṅ bāyik nāni lēmā chayi gu gu rēs, tī tōndā sūma tāti gu gu rēs, tātī nēgā tawa cātui tī ngā tōs mā ki chayi tawa shū bāyī, nyam lēng, nyam lēng sa chayi tāng, tāpa rās tī pachatāṅ dhikar wā tātī ngā tō in chayi lā gyū yōng tū chayi Итак, сегодня мы более глубоко рассмотрели понятие медитация, которое упомянуто в строке из молитвы стремления Хамудра, которую мы обсуждали. И сегодня я объяснил, что это понятие гом или медитация также в значительной степени является взаимозаменяемым с понятием, которое мы переводим на английский и русский как практика или немле. Разумеется, вполне можете использовать само это понятие, практика. Это адекватный перевод, я не говорю, что его нужно как-то менять. Но сегодня мне хотелось углубить ваше понимание этого термина. Ведь мы часто просто говорим «практика, практика, практика, дхарма, я буду практиковать». Но что мы при этом под практикой подразумеваем? Что ж, во всяком случае, в тибетском языке у этого слова «практика» есть три слоя или три оттенка смысла. Один из них подразумевает что мы понимаем само слово буквально. Мы привносим нечто, некие пункты в свой собственный опыт, в сферу личного опыта. Второй способ понять этот термин практика понять, понимать его как применение, использование познаний, которые мы получили на предыдущем, на предшествующем этапе. Мы начинаем эти познания применять в своей жизни. Это еще одно значение слова практика. А третий смысл подразумевает сущностные наставления, которые в особенности встречаются, в частности, встречаются в традиции тайной мантраяны. В этом случае практика подразумевает подражание или имитацию. Ведь нам по-настоящему, поскольку нам по-настоящему важно понять этот термин, термин практика, поскольку мы снова и снова его используем, я сегодня уделил много времени объяснению этих трех уровней понимания этого термина. Это все на сегодня. Все, что касалось сегодняшней сессии дхармы, мне хотелось бы вас предупредить и сказать, что у нас не будет. Занятия на следующей неделе, в следующую субботу, потому что у нас будут каникулы. Да, мы сделаем перерыв в следующую субботу. <плодица>